Почему у вас мокрая футболка? Потому что у нас вартовар. Что за праздник? Это армянский национальный праздник. Супер, всех поздравляю. Ереван, сегодня особенный день, а мы находимся в аперитиво, как всегда. Вкусный омлетик, вкусный капучино на миндальном молоке. Всем привет, едем за машиной, сейчас вам покажу, где поставить машину на долгосрочную парковку. Очень недорого. А что сегодня за праздник? Сегодня день воды, поливают, сейчас начнется. А где самая концентрация, куда можно поехать, чтобы полили? Везде? Вы лучше берите запасные трусы. Здорово. Сейчас с утра машинами поливают, но сейчас дети проснутся и начнется. И ведрами, и шлангами, и чем-нибудь. Через 200 Понял. Метров. Здорово. Где бы вы не были. Сказали, это только начало. Все с ведрами. Красота. Все мокрые. Вот здесь парковка. Мойка. И метку я дам. Машина у нас тут стояла чуть больше недели. Хотя можно было на месяц оставить. Друзья, парковка стоит 20 тысяч драмов на месяц. Это меньше 3000 рублей. Так что ставьте, паркуйтесь. Но не только мы оставили свою машину. Вот еще ребята на Ламборгини. Россияне. Toyota Prado. Очень удобно. Цена на месяц прям супер. Привет, Боб. Так, мы хотим выбрать, куда поехать. Есть возможность сегодня оказаться у Севы. Но говорят, там большая пробка. Либо поехать на рынок, смотреть мотоциклы и запрашивать. В общем, что-нибудь посмотреть для вас.